Привет, сегодня у нас E71 Nokia и очень простая проблема — замена гнезда зарядки. Вот оно у нас, телефон не заряжается. Разбираем телефон. Снимаем болты. Нижнюю рамку. Далее панель переднюю снимаем. Здесь у нас защелки есть. Вот они. Таким образом мы отстегиваем панель, отстегнули, сняли верхние болты, другой размер отвертки, хотя по большому счету можно верхние не разбирать, нужно вот так согнуть. Вытащить старое гнездо, вот оно у нас разваленное все, и новое гнездо вставить. Так оно выглядит. Любой сможет сделать это в домашних условиях, ничего сложного нету. Достаточно купить отвертки. Гнездо у меня было длинное, я его немного укоротил, кусачками отрезал. Вставляем. Теперь оно влазит нормально. Закрыли. И все, собираем телефон. Закрутили. Сняли. Ставили панель верхнюю. Закрутили, закручиваем вверх. Давайте сразу проверим. Соединяем зарядку. Телефон включился. Подзаряжается. Появилась Nokia. Зарядка пошла. Вот она у нас пошла. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. И удачного дня всем.